Бурский мост начинают ремонтировать с 20 сентября. Меры вынужденные, поскольку необходимо провести работы по фрезерованию и асфальтировке покрытия дороги протяженностью более 1,5 километра. Для этого, по предварительным данным, потребуется от 4 до 7 дней. Причем полностью мост перекрывать не будут, а остановят движение лишь только по одной полосе. После того, как ремонт проезжей части закончится, приступят к работе с деформационными швами. Работы будут проходить по ночам, также ограничивая проезд одной полосой. Предположительно, на эти работы уйдет до 35 дней. Специалисты заявляют, что это мера вынужденная. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.